Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом созидательных работ в столице посетил строящийся на площади 80 гектаров международный деловой центр Ташкент-Сити. В первую очередь глава государства ознакомился с процессом строительства пятизвездочной гостиницы бренда «Хилтон» и конгресс-холла. В настоящее время завершено возведение стен 21-этажного отеля и 3-этажного конгресс-холла. Здесь выполняются фасадные работы и внутренняя отделка. По словам специалистов, 80% объема строительных работ уже завершено. Были созданы все необходимые условия для их своевременного выполнения. Руководитель страны отметил, что новые объекты, которые во многом преобразят облик столицы, предназначены для проведения конференции, приема авторитетных зарубежных делегаций, инвесторов. Президент дал свои рекомендации по качественному завершению проводимой масштабной работы. Главу государства также ознакомили с процессом возведения небоскребов, современного жилого фонда и других объектов инфраструктуры на территории Ташкент-Сити. Посещение президентом адресов столицы продолжается. О подробностях мы будем информировать в следующих выпусках.